Добрый день, меня зовут Сергей Козырь, компания OK Group, директор по информационным системам. Это розничная торговля продуктов питания. Наиболее интересные темы были связаны с тенденциями развития онлайн и офлайн торговли, их синергия и связь, наверное, там, с системами лояльности, да, каким образом новые подходы к системе лояльности. Очень интересно, потому что позволяет убить, скажем так, двух зайцев. Да, с одной стороны, пообщаться с партнерами, с вендорами на выставке, с другой стороны, с клиентами и партнерами в формате именно конференции. Поделиться нам новыми идеями, соображениями о том, какие тенденции происходят сейчас в ритейле. Очень интересный формат. Абсолютно оправдали с точки зрения качества людей, которые присутствуют здесь. Да, то есть очень много интересных людей, с кем удалось пообщаться как во время конференции, так и за кулисами. С точки зрения партнеров, которые присутствуют на выставке, есть интересные решения, которые имеет смысл изучить. Может быть, добавить больше времени на конференцию для того, чтобы было более дискуссионный формат, нежели там именно в формате вопросов и ответов. Наверное, интересно было бы пригласить западных специалистов для того, чтобы они рассказали, что они чувствуют. Потому что сегодня во время конференции было очень много ссылок и сравнений с Западом. Да, что происходит в Европе, что происходит в США. Было бы интересно послушать их представителей для того, чтобы они поделились своим опытом.